эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В Пражской студии я, Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жалеет об одном. В Астане начался суд над бывшим министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Впервые за год он нарушил молчание. За всю эту ситуацию действительно не больно, что не оправдал доверие президента. И так ошибся со своей карты. Дополнительное наказание. Осужденную казахстанскую правозащитницу по факту лишили алиментов на детей. Не может существовать ни одного закона, налагающего наказание вне уголовного кодекса. Непреодолимая боль. В Кыргызстане многие онкобольные остаются без морфина, который способен облегчить страдания на последних стадиях болезни. Дорого, очень дорого. Денег не хватает. Из-за нехватки денег приходится мучиться постоянно. Стараемся как-то выкручиваться, но у врачей лимит. Они строго все контролируют. В уголовном суде Астаны продолжается процесс по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в неоднократном получении взяток на сумму $1 млн, а также в хищении более 3,5 миллионов бюджетных долларов. По версии следствия, Куандык Бишимбаев во время работы в холдинге «Байтерек» организовал преступную схему по хищению средств при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызыл-Орде. После задержания бывший чиновник ровно год хранил молчание и сегодня в суде впервые дал показания. Он попросил прощения у президента и всего народа Казахстана. Подробнее у Айнур Коскиной. Еще недавно головокружительный взлет Куандыка Бишимбаева можно было смело назвать казахстанской мечтой. За плечами 37-летнего выпускника университета имени Джорджа Вашингтона опыт работы на высоких госдолжностях. От советника премьер-министра и помощника президента до министра национальной экономики. Дольше всего он возглавлял национальный холдинг по управлению госактивами «Байтерек». Именно этот период его деятельности и был положен в основу обвинения. Сегодняшнего заседания ждали все. Впервые за год Куандык Бишимбаев давал показания. Телеоператорам даже запретили передвижение по залу суда. Видя, что расследование ведется обвинительным уклоном, я принял решение воспользоваться представленным законом правом дать показания только на суде. На суде, на котором будут присутствовать представители средств массовой информации, дать объективные, честные показания о том, что мне известно, представить казахстанскому обществу сведения по вменяемым мне преступлениям. Аресту экс-министра предшествовало несколько задержаний его бывших подчиненных. Одним из первых в руки Нацбюро по противодействию коррупции за получение взятки в размере около 85 тысяч долларов попался сын бывшего спикера Нижней палаты парламента Мажилиса Кабибулы Джакупова Аслан Джакупов. В суде выяснилось, что на ответственную должность в холдинг по управлению госактивами Аслан Джакупов попал именно по рекомендации отца. Уже во время следствия, когда я узнала, чей сын Аслан Джакупов, конечно, я уже уточнила, как он попал, как бы его взяли. Но вот в своих показаниях опять-таки он сказал, почему он назначил Джакупова, и что он считал, что он из хорошей семьи, что он сын такого человека, и не пойдет никуда, ни на какие там... Ну, отец рекомендации дал какой-то? Да, свою, да, конечно. Подсудимый Бишимбаев уверен в своей невиновности и считает, что обвинение построено лишь на показаниях его бывших подчиненных, которые пошли на сделку со следствием. В самом начале, после его задержания, сколько средств массовой информации по информации Национального бюро были объявлены, что он совершил кражу, украл. Помните статьи? Украл миллиард, писали. Участвовал в схеме, организовал преступную схему получения взяток. Ведь изначально вы все тому свидетели, что органы Нацбюро уже были настроены. Главный фигурант этого громкого дела винит себя только в одном. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие президента и так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это. Экономический обозреватель Денис Кривошеев не исключает, что судебный процесс над Куандыком Бишимбаевым может быть результатом разборок между казахстанскими элитами. Кто-то шутит, не поделился, с кем надо. А кто-то попал там под замес, ну то есть внутриклановые, какие-то внутриэлитные разборки. Не воровать, ну как сказать, почему чиновники, это очень вопрос простой, у нас не рыночная экономика совершенно, у нас это можно отнести там к государственному олигархату, когда практически все активы так или иначе связаны
с людьми из государства, ну или так, близко к ним. А попадает, ну такой же вопрос, угадал, не угадал, вопрос сила, перетекания источников силы на самом верху. Как бы то ни было, суд по делу Бишимбаева уже выходит на финишную прямую. Айнур Коскин, Аганизат Успанов, «Настоящее время», Азия, Казахстан, Астана. Трансгендер, бежавший из Узбекистана, попросила убежище в Беларуси. Официальный Минск остается ее последней надеждой. В конце декабря российские власти отказались приютить беженку у себя. После этого решения с имеющимися документами выехать из России можно было только в Беларусь. Сама Кейт, так мы ее сокращенно назовем из соображений безопасности, называет себя женским именем и утверждает, что принадлежность к слабому полу осознала еще в детстве. Но, согласно документам, трансгендер мужчина и на людях одевается в мужскую одежду. Она сообщила, что сейчас у нее вообще нет никакого гражданства. В Узбекистане она оказалась после начала вооруженного конфликта в Таджикистане в 1992 году. Кейт также рассказала, что в Узбекистане ей не раз угрожали смертью и избивали. Меня 4 раза задерживали МВД и СНБ Узбекистана во время облав. Первый раз было в 2014 году. Избивали, требовали, чтобы назвала имена таких же, как я. Избивают сильно. После дней 5-6 можешь только лежать. А во время последнего задержания, 3 января 2017 года, меня изнасиловал сотрудник милиции. Напомню, что в Узбекистане, согласно Уголовному кодексу, за нетрадиционную сексуальную ориентацию можно получить до 3 лет тюрьмы. Как сообщают наши коллеги из белорусской службы «Радио Свобода», Минское представительство Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев будет помогать Киеву в рассмотрении вопроса получения убежища в Беларуси. «Мои дети не террористы». Казахстанский гражданский активист Олеся Халабузарь заявила о блокировке банковских счетов, на которые она получает алименты на несовершеннолетних детей. В августе прошлого года Олеся была приговорена к 2 годам ограничения свободы по 174 статье «Возбуждение розни». А сейчас ее внесли в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. В этом списке более 1000 фамилий, и некоторые его участники казахстанских правозащитники называют политическими заключенными. Подробнее рассказывает Дмитрий Беляков. Мои дети не являются террористами, чтобы таким образом блокировать их деньги. Во время новогодних праздников Олеся Халабузарь обнаружила, что не может снять деньги с банковских карт. В банке пояснили, счета заблокированы. Олесе ежемесячно поступали алименты на несовершеннолетних детей. Теперь она не может ими воспользоваться. Наши правозащитники, они говорят, это естественная практика нашего неправового государства, таким образом запугивать гражданских активистов, чтобы они больше никаким образом себя не проявляли на общественной арене. И это просто механизм такой запугивания идет. А, конечно, это все юридически неправильно, юридически неверно, нарушает мои права. Перечень комитета по финансовому мониторингу Минфина опубликован на официальном сайте 3 января. В нем более 1000 фамилий. Часть из них известна общественности по обвинениям в экстремизме, возбуждении розни, организации митингов. Так, в списке лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, политики Серикжан Мамбеталин и Владимир Козлов. Осужденные за организацию земельных митингов Макс Бакаев и Талгат Аян. Политический беженец Ермек Нарымбаев и другие. Они уже отбыли либо отбывают наказание по 174 статье. Накладывают дополнительное наказание, не предусмотрено и одним приговором, вступившим в законную силу, и не существующим или не включенным в уголовный кодекс. Не может существовать ни одного закона, налагающего наказание вне уголовного кодекса. Это грубейшее нарушение принципов уголовного права. Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис утверждает, что этот список нарушает целый ряд статей Конституции. Разработчики в нем ссылаются на ратифицированную международную конвенцию о противодействии финансированию терроризма. Однако правозащитник считает, что это неверное толкование. Если вы ссылаетесь на международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, вы зачем туда все экстремистские преступления? Ссылаясь на международное право. Ничего подобного в международном праве нет. В международном праве даже нет понятия экстремизма. Оно юридически до сих пор не сформулировано. Но если даже оно есть в нашем законодательстве, то вы не можете ссылаться на международное право. Тем более, что ваш закон называется «Борьба с терроризмом». Как рассказал Евгений Жовтис, Бюро по правам человека начинает судебную тяжбу по спорному перечню и планирует дойти до Комитета ООН по правам человека.
Олеся Халабузарь тем временем отправила письмо в Министерство финансов. Просит разблокировать алиментные счета и ждет ответа. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгардт. Настоящее время. Азия. В Кыргызстане продолжается сбор денег для журналистов. На учредителей издания «Заноза» власти подали многомиллионный иск. Сумма, которую должны выплатить журналисты, оказалась попросту неподъемной. 30 миллионов сомов или более 400 тысяч долларов. Кроме представителей прессы, штраф должна выплатить и правозащитница Чолпон Джакупова. Собрать такие деньги в Кыргызстане оказалось действительно непросто. И некоторые активисты даже вышли для этого на улицу. Подробности спросим у Жибек Бегалиевой. Жибек, здравствуйте. Насколько успешен такой вид сбора денег? Здравствуйте, Александр. Ну, пока сказать, насколько вообще успешно это дело и вообще вот такая подобная краудфандинговая акция, мы не можем сказать, потому что, в принципе, это проводится у нас впервые. И вообще, в принципе, настолько большие многомиллионные иски от властей к СМИ предъявляются впервые. Сейчас как раз-таки тот момент, когда еще и журналистов можно будет проверить на профессиональную солидарность, наверное, потому что один из профсоюзов кинул клич, и редакции разные, уже около 20 их, изъявили желание тоже собрать денег. Одновременно отдельные люди тоже перекидывают, перечисляют какие-то суммы на счет. И некоторые гражданские активисты решили буквально выйти на улицу для того, чтобы собирать деньги у обычных граждан. И сегодня с одним из них мы как раз-таки поговорим в студии. У нас в гостях представитель Комитета защиты и свободы слова Адиль Турдукулов. Адиль, вот вы буквально взяли стаканчик, монетку, мешочек, что пошли на улицу собирать деньги. Удалось ли вам что-нибудь собрать и как люди реагировали? Вы правильно заметили, во-первых, о том, что это космическая сумма. И, конечно же, сами журналисты эту выплатить сумму не смогут. И более того, я считаю, что сколько бы мы ни собирали, конечно же, такую огроменную сумму нам собрать невозможно. Но вот цель вот именно этих акций, сбора средств, открытия счетов и то, что я вышел перед Верховным судом, это в том, чтобы об этой ситуации люди не забывали. Привлечь внимание. Общество не забывало, чтобы мы об этом все время говорили, потому что общество за них, за этих журналистов и гражданских активистов, которые подвергаются, откровенно говоря, репрессиям со стороны властей, они не должны оставаться в одиночку в беззащитном состоянии. Они всегда выступали в поддержку общества, в защиту общества, и настал период, момент, когда и общество должно на себя взять функцию защиты. Хорошо, вот вы говорите, да, что это действительно огромная сумма, что сложно будет на улице собрать эти деньги, и очень большие сомнения, что эти деньги соберутся как бы методом краудфандинга. Но теперь получается, что будет, смогут ли они собрать деньги, если не смогут, смотрите, поставлен определенный срок для них. Им суд запретил в рассрочку выплачивать эти средства, хоть они очень большие. А если в течение, по-моему, 2 месяца им отводится, насколько я знаю, судом, если за этот момент они не выплатят деньги, что будет дальше с ними? Ну, в нашем Кыргызстане, особенно в судебной системе, существуют двойные принципы. Я знаю очень много случаев, когда отдельные журналистам, они тоже подвергаются санкциям. Но если это не политически мотивированное дело, то это вот небольшая сумма, 100-200 долларов. И даже в этом случае они годами могут не выплачивать эту сумму. Но так как это политически мотивированное дело, тут есть очень много опасностей. И мы это уже на своей практике видели. 2 года тому назад в отношении Дайырбекова Орумбекова было возбуждено уголовное дело, опять же, за то, что он не смог выплатить непомерную сумму, 2 миллиона сом. И в отношении него было возбуждено уголовное дело. И также в отношении Дины Масловой, Чолпон Джакупова, Нары Наиб, Промедиа, и издание «Заноза» в целом, адвокатов, да? Текебаева, Кабая Карабекова и 24 кеджи даже. Да? То есть действительно таких случаев, Адиль, да, очень оказывается не так мало. Да. Мы будем всей редакцией и журналисты настоящего времени, мы все будем следить за тем, как собираются деньги, а тем временем редакция, журналисты открыли отдельный счет, потому что сама «Заноза» пока не может, по некоторым соображениям, у них заморожены все счета, сами собирать деньги. Будем дальше следить за ситуацией. Александр. Спасибо, Жибек.
Два крупнейших банка Таджикистана, Агроинвестбанк и Таджиксодиротбанк, остаются неплатежеспособными. И это несмотря на вливание государственного капитала. Сумма инвестиций составила более 6% от ВВП страны, а это порядка 500 миллионов долларов. Такие данные приведены в докладе Всемирного банка о состоянии экономики Таджикистана. Почему не хватило денег для нормальной работы крупнейших банков и что в этой связи собираются делать в правительстве? Анушерова Нарипов продолжит. Хранить деньги дома надежнее, чем в банках. Граждане Таджикистана не торопятся оставлять свои сбережения в коммерческих институтах. Чем выше сумма, тем тяжелее будет получить проценты и вернуть вклады. Два крупнейших системообразующих банка страны, Агроинвестбанк и Таджиксодиротбанк, сегодня выдают своим вкладчикам около 50 долларов в день. Но даже для этого банкам приходится продавать свое имущество и увольнять сотрудников. Например, Агробанк. У нас есть карты этого банка и до сих пор не можем. Так что в будущем, если они восстановятся, не думаю, что буду доверять им. То, что у них всегда наличие не было денег, я ушла. Сейчас в другом банке обслуживаюсь. Ну, наверное, только Агроинвестбанк, если они поднимутся обратно, я, наверное, поддержу их. Именно понести деньги в банк, наверное, нет. Уже судя по тому, что сколько уже обанкротились они, ну, такое положение, я бы, например, не вложила бы свои финансы. Зачем? Они уже подвели один раз. Нет, больше веры нет. Они не выполняют свои же обещания. По прогнозам двухлетней давности, около 500 миллионов долларов должно было хватить обоим банкам, чтобы погасить задолженности перед вкладчиками. Но из-за падения уровня доверия жителей страны этих денег оказалось недостаточно. Сегодня для поддержания банков на плаву нужно еще порядка 200 миллионов долларов. Избежать дальнейшего вывода вкладов можно, только вернув доверие людей. Если бы не было ажиотажа, эта проблема была бы решена в целом. Когда прогноз делался, прогноз был такой, что вот этих сумм хватит для того, чтобы вернуть те проценты, которые были по вкладам краткосрочным, среднесрочным, они хватало бы их. Но многие хотят забрать те деньги, которые полностью свои деньги, поэтому вот эта проблема продолжается. Чтобы вывести два крупнейших банка из кризиса, президент поручил разработать общую стратегию и специальный план. Уже известно, что уставной капитал для новых банков снижен с 9 миллионов долларов до 5,5 в национальной валюте. Также государство сможет вмешиваться в работу частных банков. Национальный банк Республики Таджикистан принял кредитную стратегию среднесрочную до 2020 года, где все четко отражено, что будет делать правительство, Национальный банк по оздоровлению наших банков. Один из таких положительных моментов то, что мы там принято, что в будущем будем применять методику Базеля 2. Это методика, которая позволяет вовремя управлять банками, не допускать тех вот негативных тенденций, которые произошли у нас в банковском секторе, и формировать устойчивую банковскую систему. Значительного улучшения ситуации в этом году ждать не стоит. Кризис в банковском секторе продлится еще несколько лет, говорят эксперты. Анушерво Нарипов, Насим Исамов, «Настоящее время. Азия». Смотрите далее в нашей программе. Непреодолимая боль. В Кыргызстане многие онкобольные остаются без морфина, который способен облегчить страдания на последних стадиях болезни. Дорого, очень дорого. Денег не хватает. Из-за нехватки денег приходится мучиться постоянно. Стараемся как-то выкручиваться, но у врачей лимит. Они строго все контролируют. Лимиты на морфин или мучительное прощание. В Кыргызстане онкологические больные на последних стадиях вынуждены терпеть невыносимую боль. Продажа обезболивающего препарата по льготным ценам сильно ограничена, да и деньги не всегда решают проблему. Врачи просто боятся выписывать опиоиды. Почему даже врачи не могут избавить умирающих от ненужных страданий, рассказывает Дарья Тимофеева. Устаревшие лимиты, ограничения и стандарты использования морфина. Все это наследство советской системы здравоохранения. Родом из СССР и страхи к сильнодействующим обезболивающим. Главный парадокс, что боятся не сами больные, а врачи и родственники. Предубеждение, что морфин может вызвать некую зависимость и так далее, да, одно из них. Или что проверяющие органы, такие как прокуратура или МВД, могут каким-то образом наказать медицинских работников. Но пока таких случаев не было. 300 ампул морфина в год государство готово оплатить одному больному. Нередко лимит исчерпан уже в первые два месяца. Дальше около 2000 сомов, порядка 30 долларов, за упаковку из 30 ампул из своего кармана. У Венеры последняя, четвертая стадия рака.
Это 4-5 приемов лекарства в день, чтобы просто его как-то прожить, вынести боль. Дорого, очень дорого. Денег не хватает. Из-за нехватки денег приходится мучиться постоянно. Стараемся как-то выкручиваться, но у врачей лимит, они строго все контролируют. Все траты на плечах дочери, простой швеи. Работает она на съемной квартире, чтобы постоянно быть рядом с матерью. На лимитах мучения не заканчиваются. Получить морфин можно только по прописке. Венера из села. Родственники каждый месяц ездят за 100 километров в областной центр. Препарат получают только в одной аптеке на рынок. Затем отправляют его обратно в столицу. Когда морфин заканчивается, мы переходим на слабые обезболивающие. Например, тормодол, кетонал, баралгин, анальгин. Но время их действия час, иногда полчаса, а потом все опять. Бывает, что больные катаются по полу, бьются головой об стены, рвут на себе одежду. Особо тяжело, когда в стране очередной перебой с поставками морфина. В Кыргызстан его завозят только из Украины. Случались проволочки, и тогда никакие деньги не спасают. В нашу историю я-то уже понимаю, знаю, как должно быть, и старались не доводить до такого критического состояния, когда человек уже лезет на стенку, рвет на себе волосы. Но единственное, она просила, чтобы мы ее усыпили. Она не терпит уже боль, и она просила, чтобы мы ее усыпили. Она была в сознании, все, но она говорила, что мне очень тяжело терпеть. Войну с лимитами, предрассудками и страхами независимые эксперты ведут не первый год. Но спасти от боли пока удается лишь ничтожный процент пациентов, даже если они и соглашаются принимать морфин. Сегодня в стране на всех пациентов приходится чуть более 0,5 кг морфина в год. При том, что потребность Кыргызстана в препарате составляет 18-20 килограммов. Дарья Тимофеева, Азат Энтемаков. Настоящее время. Азия, Кыргызстан, Бишкек. В 11 вечера по Астане и Бишкеку в эфир нашего телеканала выйдет программа «Настоящее время». Главные события дня из России, Украины и Европы. Ее ведущая Кристина Суворина расскажет нам об основных темах сегодняшнего выпуска. Сегодня мы расскажем, как Вашингтон и Москва снова обменялись взаимными обвинениями. Россия не один десяток лет пытается повлиять на исход выборов в США и продолжает это делать. Об этом заявил глава ЦРУ в эфире телеканала CBS. В ответ Москва обвинила главу ЦРУ во вранье. Слова Майка Помпео, представитель российского МИД, Мария Захарова назвала ложью. Процитирую ее слова. Партнеры совсем заврались. Другая тема нашего выпуска. В украинском городе Запорожье отказались отпевать погибшего ребенка. Мальчик был крещен в Киевском патриархате, а священник, который присутствовал на похоронах, из Московского патриархата. Еще одна шокирующая деталь этой истории. Ребенок погиб, когда на него с 8-го этажа рухнул мужчина. Он также разбился насмерть. И вот как объяснили в Московском патриархате действия священника и почему прямо на пороге церкви завязалась драка. Дождитесь деталей. Это все новости на сегодня, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нашу программу в социальных сетях, в эфире национальных телеканалов и круглосуточно в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в Ютубе. В пражской студии был Александр Касаткин. Всего вам доброго.